зараза такая, отпусти, я ничего не сделал, я не виноват. Нет, нет, отпустите, я тоже ни в чем не виноват. За 12 часов до этого. Как же я обожаю, когда алмазы просто бесконечны, правда, Леня? Ага, это просто лепота. Давай, копай больше. У меня уже целый инвентарь алмазов. Надо их еще выкопать, еще больше, больше, больше. Лень, у меня появилась идея. Ха-ха, какая? Слушай, Лень, давай мы все эти алмазы потратим в пятерочке. Чего? Ты просто гений! Деньги сыпятся с небес, мне так нравится. Ладно, догоняй. Да уже бегу, бегу, Лень. Ничего себе, мы просто богаты. 5 минут спустя. На тележке кататься нельзя. Кружим, кружим по району, кружим, кружим по району. Лень, ну сказали же, нельзя на тележке кататься. Ну, ёк-макарёк, слезь ты вперёд. Пойдем, мы сейчас ограбим все полки этого магазина. Но не то чтобы ограбим, мы все это купим. И чё? Что и чё, Лёнь? Мы с тобой запасемся едой сейчас на целые 3 недели. Давай, ты направо, а я налево. Ну ладно, Лёнь, иди собирай там все что угодно. Все, что тебе вздумается, можно спокойно забирать. Ведь алмазов у нас огромная-огромная куча. Настоящие пельмени. О, это для меня, это мы тоже заберем. Капец. Не понял. Это что было такое? Это чё? Это чё за стук? Мне стало страшно! Ну-ка, ну-ка, чё это там такое? Не понял. Это ещё что такое? Что это было? Мне нужно найти Владуса, срочно! Нифига себе, сколько здесь пепси! Фух, я уже устал находиться в этом магазине. Владос! Владос! Тихо, тихо, Лень, ты чего? Там страшный монстр! Какой еще страшный монстр, Лень? Ты вообще о чем? О, черт. Давно он здесь? Осталось 5 минут. Нам нужно прятаться! Опять это сколько? Я не понимаю. Помоги, спаси! Так, Лень, просто нужно сейчас спрятаться. Нужно только придумать куда. Давай, полезай в этот ящик. О, там дверь открыта, пошли туда. Это хорошая идея. Главное, чтобы он нас не заметил. Давай, бегом, прячемся. Не понял, она же только что открыта была, Лень. Она закрылась. В смысле закрылась? Лень, давай в другую. В какую другую? Стой. Сейчас опасно. Нет. Черт возьми. Лень, полезай под машину, я залезу под этот грузовик. Осталось 3 минуты. Сейчас быстренько залезу под машину. Вот так вот будет нормально. Главное, чтобы он нас не нашел. Владус, ты как там? Лень, я нормально. Главное, не шевелись и молчи, и тогда он нас не заметит. Ага, понял, я буду молчать. Нормально все? А? Ага. Давай вылазить на счет 3. Потихонечку вылазь из-под машины. Опа, все. Ага, уже вылажу. А дальше-то что делать будем? Че, Лень, берем кирку и сваливаем отсюда поскорее. Давай, нам нужно домой спешить. 1 час спустя. А потом мы взяли и завалили этого синего монстра. Я не верю этой истории. Я тоже не особо, Лень. Что это за странная история? Лень! Да неправда это! Было немножко не так. Мы просто убежали из магазина и все. Вот это уже другое дело. Тут я уже верю. Так, ну ладно, ребят, давайте продолжим играть в правду или действие. А то времени там много. Ты зачем все спалил? Лень, ну потому что врать не надо. Да, сейчас очередь карапуза. А где он? Кажется, вон он. Карапуз, с тобой все нормально? Зачем я сюда пришел? Сейчас я ему задаю, я ему задам. Ладно, давай, Лень, задавай. Карапуз, слушай внимательно, Леню, давай. Карапузик-телепузик. Расскажи самую страшную историю. Самую страшную историю? Слушайте меня внимательно. Страшно. Лень, ты дурак, он еще даже рассказывать не начал. А,
Ладно, тогда слушаем. Легенды гласят, что если посмотреть в дверной глазок в 3 часа ночи, то вы увидите страшного монстра. Извините. Реально страшно просто. Фух, хорошо, что карапуз сейчас времени не 3 часа ночи. Это что такое? Это... Леня! Что это такое? Владус, Владус, выбери действие, пожалуйста. Правда или действие? Я вот сейчас не до игрушек. Мне нужно посмотреть в дверной глазок сейчас срочно. Секундочку. О, черт. Ребята, все быстро прятаться. Да, я даже не знаю, куда спрятаться. Побегу в туалет. Ё-моё, неужели реально за нами какой-то монстр следит? О, все, пора сваливать отсюда и прятаться куда-то очень быстро. Зачем я вообще рассказал эту дурацкую историю? Теперь мне тоже придется куда-то прятаться. Ладно, буду стоять здесь, надеюсь, меня не заметят. Лёнь, нужно срочно куда-то прятаться. Я пойду до гаража, потому что там Толик, его нужно куда-то запрятать. Откройте дверь, откройте, я не знаю, как она открывается. Толь, ну вообще-то вот так вот и открывается. Давай, забегай сюда, смотри, что у меня есть. Заменить все стекла на бедрок. А чё ты стоишь-то? Жми! Ладно, ладно, сейчас нажму, давай! Защита усилена. Владус, кажется, нам хана. Слушай, Толик, он, кажется, уже пришел. Давай я тебя сюда спрячу. У меня здесь есть потайная комната. Ты туда беги, только... Толя! Извини. Ну как ты мог упасть-то, ёк-макарёк? Давай, выбирайся уже. И побежал туда. А я здесь за тобой как бы все закрою. Надеюсь, я хорошо спрятался. И он меня никогда не найдет. Эй, уйди, я моюсь! Ой, извини. Сработало, ничего себе! Нет, 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 только не Лёня. Он не очень хорошо спрятался. О, черт, он его же сейчас съест! Он это сделал. Прячемся. Скорее, 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 скорее. 10 минут спустя. Отпустите! Я ничего не сделал, отпустите! А ты зараза такая, отпусти меня, мне очень жарко, я же над лавой нахожусь. Владус, я готов! Лёня, где карапузкин? Зачем ты сюда поместил карапуза, а? Может, не надо, ребята? Надо, карапуз, надо! Я сейчас тебя запульну и попаду прямо в монстра! Но стоп, Арбузкин, если ты попадешь в монстра, то... Заряжай! О, нет. Ой, кажется, теперь меня никто не держит. Арбузкин, ну ты чё? Я ж тебе сказал, что осталось спасти Лёню. Но давай, пожалуйста, не этими же методами. А чё так? Ребята, подпишитесь на канал прямо сейчас. Вот здесь кнопка подписаться. Арбузкин, не надо никого заряжать в эту пушку. Я надеюсь, что вы подпишетесь, а я пойду освобожу Лёню. Владу, спаси меня. Да иду уже, Лёнь, иду. Подписывайтесь на канал, и я спасаю Лёню. И мы в следующем ролике сейчас я тебя достану. Ай, 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 ай. Другие видосы на моем канале, они все здесь. Кликайте на них. Пока.